Всем привет! Сегодня я решила поиграть в первого Ведьмака. Посмотрим, что из этого получится. Так, выберите режим. Ведьмак. Захватывающий вручение в мире, где нет селения на добро и зло, а есть только поступки и последствия. Новый сюжет Ведьмак, каждый из которых рассказывает свою отдельную историю. Давайте захватывающие приключения. Так. Среднюю. Так. Клавиатура плюс мышь. Игрушечка очень старая. Так что посмотрим, что да как. Так уж получилось, что я не играла ни в первого, ни второго. У меня есть задумка его второго поиграть. Посмотрим, как получится. А музычка-то такая, что и в третьей части. Вот уже 5 лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесенные Великой. Терзают страну, и никто не считает их жертвами. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях боевых сражений. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос: что стало с ведьмаками? Голубые горы к северу от Каэдвена. 1270 год. Со дня окончания Великой войны прошло 5 лет. Где? Лежи, все в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр-Морхене. Знакомый нам замок. Ну, тут, конечно, графика не такая, как в третьем. Но для своего времени достаточно хорошая. Надо будет музыку потише сделать. Так. Мы дома. Лео, зови Трис. Ваше время истекает, ведьмаки.
Радуйтесь жизни, пока можно. Не так. Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда. Туринс. Всего 2 дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт, защита, удар. Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт, о! Должен обдумать. Ты все вспомнишь. В Каэр-Морхене время не спешит. Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Где мы остальные? Он один! Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Весемир, у нас гости. Что, драться придется или нет? Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера. О, точно. Походу придется драться. Или нет? Да, точно. Так, ну тут, наверное, все по-другому вообще. Поднять предмет. Наведите курсор на меч и нажмите левую клавишу мыши, чтобы поднять его. Окей. Чтобы атаковать врага, щелкните по нему левой кнопкой под вырожденными персонажами, расположенными разными индикаторами жизни. Ну это понятно. Настройки, звук, общая громкость чуть потише, громкость музыки. Так. Ну, речи можно погромче. Так. Продолжим. Так, и что дальше? Драться? Как драться? Так. Вообще все по-другому. На что способен ваш меч? Как тут драться-то? Какими клавишами? Ай. Управление. Так, вперед, назад. Понятно. Бой. Они бы еще и иностранными буквами писали. А то И, У, К русскими буквами. Так. Силовой стиль Я. З. Быстрый стиль Ч. Групповой. Ну, стиль-то понятно, знаки. Ну, знаки 1, 2, 3, 4. Не очень удобно. Так, следующий знак. Так, эликсиры. Панели, камера. Нет, а ударять-то как? Вперед, назад, шаг влево, шаг вправо. Взять. Взять. Понятно.
такой клавиш. А я еще не могу использовать, что ли? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Кто-нибудь знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр Морхен. Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. Так, ну в режиме вид от третьего лица для управления движения используются клавиши. Ну, понятно. Да, чертикаем с помощью мыши. Нажмите, удержите Shift, чтобы использовать курсор мыши. Переключение в другие режимы камер с клавишем F1 и F2. Если вы щелкнете по земле левой кнопкой, Геральт пойдет в выбранную точку. Подведите курсор, так, понятно. Нет, такие камеры меня не устраивают. Можно вернуть все обратно. А можно вернуть все обратно? Так, как вернуть все обратно? Так, звук. Что-то такой громкий звук. Так, принять. Графика. Ну ладно, графика пойдет. Чуть посветлее. Сохранить. Здесь нет быстрого сохранения. Так, блин, я камеру хочу изменить. Мне эта камера вообще не нравится. Один, два. Раз настройки управления бой, так, панели, камера изометрическая, гибридная, не надо мне камера слежения. Ага, понятно. F3, вот такая камера мне более привычна. Да? Так, хорошо. Что дальше? Бежать куда-то надо, да? Ага. Куда бежим? Немножко здесь непривычно. Ага, сюда, да? Хорошо. Все непривычно. Управление не такое, как, конечно, в третьем Ведьмаке. Ничего, привыкнем, разберемся. Что происходит? Пробуют пробить ворота. Без тарана они могут. Черт. Ох, ё-моё. А это что? Вот так сразу? Трудная тварь. Кто б сомневался. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный и аморальный маг. Вот только аморальных магов нам и не хватало. И нам с этой... Они большой... подходят. Готовьтесь. Драться придется. А я так и не понял, как драться. Их как... больше. Они уже на верхнем дворе. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей. Профессор, ты знаешь путь? Веди.
Профессор разыскивается в Редании, Тимирии, Каэдвене. Настоящий ублюдок. Я не слышала о таком чародее. Меригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволу. Остальное работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера – одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе! Именно. Эскель, Ламберт, остановите Химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там... Трис, сможешь остановить Саволу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один? Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк! Так, открыть ворота, да? Хорошо. Следуйте за маркером на мини-карте, чтобы проследить путь к цели квеста. Ага, щелкните на значке карты или нажмите, чтобы увидеть карту местности. Можете использовать серию так, чтобы убивать врагов более эффективно. Для этого нажимаете левую кнопку мыши, только когда ваш курсор примет форму, ага, пылающего меча. Видите, здесь другая система боя. Проведение серии атак требует точного чувства ритма. Щелкая слишком рано, вы нарушите серию. Слишком поздний щелчок, уменьшит серию сначала, понятно. А, вспомнила. Я немножко начинала играть, потом что-то бросила. А, вот, все, вспомнила. Вы только что оглушили своего противника, теперь его можно добить одним щелчком мыши. Атаки имеют шанс вызвать критические эффекты, такие как оглушение, кровопотери, боли. Бамс! Ага, хорошо. Отлично. Так. Значит, мне вдоль стены идти, да? Здесь прямо это сильные противники, это достаточно сильные. Так, дальше куда? Сюда. Давай, давай, давай. Готов. Дальше. Еще два. Да, вот это красиво. Сейчас ты у меня завершишь. Так, готов. Дальше. Куда? Вверх, да? Используйте быстрый стиль. Во время сражения слов какими противниками переключиться на него можно, щелкнув по значку с изображением головы кошки или нажав Че. Ну, Икс, короче говоря. Че, мне вот это неудобно вообще. Ага, быстрый стиль. Так, хорошо. Разобрались. Дальше куда? Так, используйте стиловой стиль, чтобы победить крепких противников. Переключиться на него можно. Я, то есть Z. Так, хорошо. Неудобнее клавиши. Готов. Дальше. Куда дальше?
Так, нажмите пробел, чтобы включить или выключить режим активной паузы. Используйте активную паузу во время сражения для переключения между всеми в паре. Ага. Во как. Так, а здесь что у нас? Это что такое? Эти какие-то значки, это... Ага, ладно, неважно. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Так, стоп. Готов? Так, Зет. Ты пожалеешь, а там некогда родился. Готов. Дальше. Куда дальше бежать? Ага, туда, да? А карта это М, да? Окей. Ох, что-то вас много, ребята. А можно я туда не буду прыгать? Здесь не пройти! За мной, назад к Саволе! Забавно. Так, чё, куда дашь-то? Сейчас ты у меня завертишь. Готов. Так, чё-то мне надо... Так, это колокол. А мне надо открыть ворота. Что, мне опять назад, что ли? Ага. Хорошо. Или нет? А, я не туда побежал. Сдохни, ублюдок! Ага, не туда. Я же вас убила, вы опять возродились, что ли? Не понял. Давай. О, господи, он так не может, что ли? Ну да, что я хотел. Ты пожалеешь! Ага. Типа быстро с ним, да? Готов. Так, убью, как собаку! Готов. Дальше. Куда? Сюда, да? Ага, вот они, ворота. Ох, ё-моё. Сейчас ты у меня завяжешь. А здесь это, один такой, один такой. Два сильных и... Так, надо переключиться, да? Ничего, так мне, в принципе, система боя нравится. Забавная такая. Так, щелкните левой кнопкой мыши по лебедке, чтобы открыть ворота. Левой кнопкой. Нажмите Alt, чтобы подсветить все годные для использования объекты поблизости. Объекты нельзя использовать в боевом режиме. Окей. Ага. Открываем. О, сейчас с химерой надо будет еще сражаться. Что дальше? Черт, Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Ну а то. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики.
Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое, у нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им нужно. Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь! Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Да я знаю, не надо. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Так. Чтобы открыть панель снаряжения, щелкните левой кнопкой на значке сумки или нажмите клавишу I. Так, щелкните правой кнопкой по эликсиру Грома, чтобы выпить его. Эликсир можно также размещать в специальной ячейке быстрого доступа. Окей. Должен выпить эликсир Грома и обследовать крепость. Окей. Выпил. Так. Иконки всех активных воздействий, оказанных на Геральт, появляются в кольце, окружающем ваш медальон. Подведите курсор мыши к иконке, чтобы получить дополнительную информацию о воздействии. Так, повреждение увеличится на 100. Отражение удара. Осталось времени 7 часов. Прикольно. Не то, что там на 15 минут. Так, и чё, куда? Я правильно иду? Иду за курсором. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Так. Новая запись в дневнике. Так, ладно, это мы потом почитаем. В режиме третьего лица дважды нажимаете клавиши, чтобы уклоняться от врагов. Ведьмака тебе не победить! Слишком рано нажала, да? Так, ладно. Ты пожалеешь, что там некогда родился! Так, готово. Дальше куда? Групповой стильный более эффективен против группы слабых противников. Переключаться на него можно щелкнуть. Так, ладно. S. Понятно. Так, куда дальше-то? О, нормально так. Типа массовый удар, да? Так,
это круто. Так, дальше. Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Так, ну ладно, лабораторию, наверное, будем следовать в следующей серии. Хотя... Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на тебе они его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад. Ну давай же, профессор Рок. Профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. За работу! Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши ведьмаки нас не побеспокоят. Мы отрезаны! Надо что-то сделать! Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком, Арт! Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне, не сгибаются. Сделай знак, Арт, на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем. Окей, но пойдем мы туда уже в следующей серии. Сейчас мы сохранимся. Сохранимся. Так. И в следующей серии пойдем и выучим знаков. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!